Генеральный директор биржи Крипти получил штраф. Как сообщает CoinDesk, окружной суд Южного округа Флориды приговорил Пола Вернона, генерального директора Крипти, рухнувшей в январе 2016 года, выплатить клиентам более 8 миллионов долларов. Два заявителя, Брэндон Лейдл и Майкл Уилсон, подали в суд на Пола Вернона по причине пропажи из их биткоин-кошельков более чем 11 тысяч биткоинов. Судья Кеннет Мара принял окончательное решение о том, что Вернон, который, как предполагается, в настоящее время проживает где-то в Азии, обязан выплатить 8 200 000 долларов в качестве компенсации ущерба своим клиентам. В свою очередь, сам Пол Вернон никак не отреагировал на эти обвинения.